Все видео данного мастер-класса вы можете найти в одном плейлисте по ссылке в описании к этому видео. 22 ряд. Одна воздушная петля подъема. Незавершенный рельефный лицевой столбик с одним накидом вокруг вершины убавки предыдущего ряда. Незавершенный рельефный лицевой вокруг следующего столбика. То есть мы здесь делаем также убавку. 3 петли и провязываем вместе. Затем выполняем 1, 2, 3 столбика подряд рельефные лицевые. С одним накидом. 1, 2 и третий столбик. Затем выполняем убавку вокруг следующего столбика, провязываем рельефный лицевой незавершенный, затем вокруг следующей убавки рельефный лицевой незавершенный 3 петли провязываем вместе. Здесь выполняем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И у нас уже раппорт повторяется. Выполняем убавку, то есть арку мы пропускаем. Выполняем убавку вокруг вершины следующей убавки, вокруг следующего столбика. 3 петли провязываем вместе. Затем у нас 3 рельефных столбика, опять убавка и 3 воздушные петли. Вяжем таким образом до конца. 23 ряд. Выполняем убавку. 1 воздушная петля подъема. Рельефный лицевой столбик с одним накидом незавершенный вокруг вершины убавки. 2 петли на крючке. Накид вокруг следующего столбика также незавершенный рельефный лицевой с одним накидом. 3 петли провязываем вместе. Затем рельефный лицевой столбик с одним накидом вокруг следующего столбика. Убавка вокруг следующего столбика и вокруг следующей убавки. Три петли вместе. Здесь выполняем 3 воздушные петли. Столбик с одним накидом сразу же в следующую арку. 3 воздушные. И у нас уже здесь раппорт повторяется. Выполняем убавку вокруг вершины следующей убавки и вокруг следующего столбика. Затем у нас 1 столбик, потом опять убавка. И тут у нас 3 петли, столбик с накидом, 3 петли. Вяжем таким образом ряд до конца. 24 ряд. 1 воздушная петля подъема. И здесь выполняем убавку из 3 столбиков. Накид вокруг вершины убавки. Провязываем рельефный лицевой столбик с одним накидом незавершенный. Вокруг следующего столбика также незавершенный. Вокруг следующей убавки незавершенный 3 столбик с одним накидом рельефный лицевой. У нас 4 петли на крючке, и мы их вместе провязываем. В этом месте выполняем 3 воздушные петли. Арку пропускаем и вокруг следующего столбика с накидом провязываем рельефный лицевой столбик с одним накидом. 1 воздушная петля, рельефный лицевой столбик с одним накидом, опять вокруг этого же столбика. 1 воздушная петля и 3 рельефный лицевой столбик с одним накидом, опять вокруг этого же столбика. Вот так, то есть мы вокруг одного столбика провязали 3 и между столбиками по 1 воздушной. Теперь выполняем 3 воздушные, 1, 2, 3. И у нас уже раппорт повторяется. Выполняем убавку из 3 столбиков. Вокруг вершины убавки, вокруг столбика и вокруг вершины следующей убавки. 3 петли провязываем вместе. Затем у нас 3 воздушные и вокруг следующего столбика мы провязываем 3 столбика. Рельефные лицевые с одним накидом и между ними по 1 воздушной. Вяжем таким образом ряд до конца. 25 ряд. 1 воздушная петля подъема. Рельефный лицевой столбик с одним накидом вокруг вершины убавки. 1 воздушная петля. Арку мы пропускаем и вокруг следующего столбика провязываем попкорн из 3 рельефных лицевых столбиков с одним накидом. Накид,
То есть арку мы пропускаем, и вокруг, вот тут у нас было 3 столбика, вокруг первого мы провязываем 3 рельефных лицевых столбика с одним накидом. И закрываем их в попкорн. Одна воздушная петля. И вокруг следующего столбика мы провязываем так же, как вязали в предыдущем ряду. Накид, рельефный лицевой столбик с одним накидом. Одна воздушная петля. Рельефный лицевой с одним накидом вокруг этого же столбика. Одна воздушная петля. И третий рельефный лицевой опять вокруг этого же столбика. Одна воздушная петля. И вокруг следующего столбика мы провязываем попкорн из 3 рельефных лицевых столбиков с одним накидом. Провязываем 3 столбика и закрываем их в попкорн. Одна воздушная петля. И вокруг вершины следующей убавки мы провязываем рельефный лицевой столбик с одним накидом. Опять одна воздушная петля, и у нас раппорт повторяется. Вокруг крайних столбиков мы провязываем попкорны из 3 рельефных лицевых столбиков с одним накидом. А вокруг среднего столбика мы провязываем то же самое, что и вязали в предыдущем ряду. 3 столбика, и между ними по одной воздушной. И между этими вот вместе 3 столбиками и попкорнами, вот после попкорна одна воздушная. И здесь перед попкорном также одна воздушная. И здесь по одной воздушной, и столбик вокруг вершины убавки. Вяжем таким образом ряд до конца. 26 ряд. Нам нужно соединительными петлями пробраться в первый столбик с одним накидом, вот здесь, который у нас был, из 3. То есть мы сейчас делаем соединительную петлю сразу же в следующую арку. Затем соединительная петля в следующий попкорн. Опять соединительная петля в следующую арку. И уже соединительная петля в следующий столбик, который нам нужен. И вокруг этого столбика мы провязываем попкорн из 3 рельефных лицевых столбиков с одним накидом. Одна воздушная петля подъема, накид. И вокруг этого столбика провязываем 3 рельефных лицевых столбика с одним накидом. Вытянули петлю, вставляем крючок в первый столбик из этих 3 и провязываем, закрываем в попкорн. И здесь выполняем 1 воздушная петля. И вокруг вот этого среднего столбика следующего провязываем столбик рельефный лицевой с одним накидом. Одна воздушная петля. Рельефный лицевой столбик с одним накидом. Опять еще один, второй, вокруг этого же столбика. Одна воздушная петля. И третий рельефный лицевой столбик с одним накидом. Опять вокруг этого же столбика. Вот так, то есть мы провязали 3 столбика, и между ними здесь по одной воздушной, так же, как мы уже вязали. Теперь после столбика 1 воздушная, и вокруг уже следующего столбика мы провязываем попкорн. 3 рельефных лицевых столбика с одним накидом. Вокруг этого столбика. И закрываем попкорн. В этом месте выполняем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Следующий попкорн, следующий столбик и опять следующий попкорн мы пропускаем, и уже вокруг следующего столбика мы провязываем попкорн. То есть здесь у нас уже раппорт повторяется. Выполняем попкорн из 3 рельефных лицевых столбиков с одним накидом. Затем у нас 1 воздушная петля, потом там 3 столбика.
рельефных лицевых, между которыми тоже по одной воздушной петле, опять одна воздушная петля и попкорн. Вяжем таким образом ряд до конца. Провязали 26 ряд до конца, выполнили последние 4 воздушные петли и соединились с первым попкорном. 27 ряд. Соединительная петля в следующую арку. Соединительная петля в следующий столбик. И здесь мы провязываем то же самое, как и в предыдущем ряду. Попкорн, одна воздушная петля подъема, накид. И вокруг этого же первого столбика из этих трех провязываем 3 рельефных лицевых столбика с одним накидом. И закрываем их в попкорн. Три столбика провязали и соединяемся соединительной петлей вот так в попкорн. Одна воздушная петля, накид, вокруг среднего столбика провязываем столбик рельефный лицевой с одним накидом, одна воздушная, второй столбик опять сюда же вокруг этого же столбика, одна воздушная и третий столбик рельефный лицевой вокруг этого же столбика. Одна воздушная. И вокруг следующего попкорна, вокруг следующего столбика провязываем попкорн. Из трех рельефных лицевых столбиков с одним накидом. Провязали 3 столбика, закрываем в попкорн. В этом месте выполняем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И у нас уже раппорт повторяется. Вокруг первого столбика провязываем попкорн. Затем 3 столбика по одной петле. И здесь вот везде по одной воздушной петле. Все то же самое, что и в предыдущем ряду, только разделение у нас 5 воздушных петель. Вяжем так ряд до конца. 28 ряд. Соединительная петля в следующую арку. Соединительная петля в следующий столбик. Одна воздушная петля подъема и выполняем попкорн из трех рельефных лицевых столбиков с одним накидом вокруг этого же столбика. Провязали 3 столбика, вытянули петлю. И выполняем соединительную с первым столбиком. Попкорн. Одна воздушная. Вокруг среднего столбика мы провязываем так же, как и раньше. Столбик с одним накидом рельефный лицевой. Одна воздушная. Второй столбик вокруг этого же столбика. Одна воздушная. И третий столбик вокруг этого же столбика. Одна воздушная. И вокруг следующего столбика провязываем попкорн. В этом месте выполняем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И в следующую арку выполняем столбик с одним накидом. Затем опять 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Попкорн мы пропускаем. И вокруг следующего столбика мы провязываем попкорн из 3 рельефных лицевых столбиков с одним накидом. То есть здесь у нас уже раппорт повторяется. Все, далее у нас одна воздушная, потом 3 столбика и одна воздушная между ними. Вот так у нас получается. Вяжем так ряд до конца. 29 ряд. Соединительная петля в следующую арку. Соединительная петля в следующий столбик. Одна воздушная петля подъема. И выполняем попкорн вокруг этого же столбика. Попкорн у нас здесь из 3 рельефных лицевых столбиков с одним накидом. Провязываем 3 столбика рельефных лицевых вокруг этого первого столбика.
и закрываем в попкорн. Одна воздушная петля. Вокруг следующего столбика провязываем рельефный лицевой столбик с одним накидом. Одна воздушная петля. Опять рельефный лицевой вокруг этого же столбика, второй, одна воздушная. И третий рельефный лицевой столбик с одним накидом вокруг этого же столбика. Одна воздушная петля. И вокруг следующего столбика мы провязываем попкорн из трех рельефных лицевых. В этом месте выполняем 3 воздушные петли и вокруг следующего столбика провязываем 2 рельефных лицевых столбика с одним накидом. Накид, и вокруг столбика провязываем 2 столбика. Раз, накид, и второй рельефный лицевой вокруг этого же столбика. Вот так. Теперь 3 воздушные, 1, 2, 3. И у нас уже раппорт повторяется, выполняем попкорн, потом 3 столбика и опять попкорн. И везде здесь по одной воздушной между всеми этими столбиками. Вяжем таким образом ряд до конца. 30 ряд. Соединительная петля в следующую арку из одной воздушной петли. То есть тут все то же самое, как мы уже вязали. Соединительная петля в следующий столбик. И здесь мы провязываем попкорн из 3 рельефных лицевых столбиков с одним накидом. Одна воздушная петля подъема, накид. И вокруг этого же столбика вяжем 3 столбика, рельефные лицевые, с одним накидом. Провязали 3 столбика и закрываем их в попкорн. Одна воздушная петля. И вокруг следующего столбика мы провязываем, как обычно, точно так же 3 столбика рельефных лицевых с одним накидом и между столбиками по одной воздушной петле. Провязали столбик, одна воздушная. Второй столбик, одна воздушная. И третий столбик вокруг этого же столбика. Теперь опять одна воздушная и вокруг следующего столбика мы провязываем попкорн. В этом месте выполняем 2 воздушные петли. 1, 2. Арку 3 петель мы пропускаем. И вокруг следующего столбика, у нас тут было 2 столбика, мы вокруг первого провязываем 2 столбика рельефных лицевых. 1, накид. И вокруг этого же столбика 2 столбик. Затем вокруг следующего то же самое, 2 столбика. 1, 2. Затем 2 воздушные петли. И у нас уже раппорт повторяется. Попкорн пропускаем, и вокруг следующего столбика у нас попкорн, потом 3 столбика, везде по одной воздушной между ними. И вяжем таким образом ряд до конца. 31 ряд. Соединительная петля в следующую арку одной воздушной петли. Соединительная петля в следующий столбик. Одна воздушная петля подъема и выполняем попкорн из 3 рельефных лицевых столбиков с одним накидом вокруг этого же столбика. Одна воздушная петля. И вокруг следующего столбика провязываем просто один рельефный лицевой столбик с одним накидом. Вот так. Теперь одна воздушная. И уже вокруг следующего столбика мы провязываем попкорн из 3 рельефных лицевых столбиков с одним накидом.
В этом месте выполняем 3 воздушные петли. И провязываем рельефный лицевой столбик с одним накидом вокруг каждого из следующих двух столбиков. Сделали накид и вокруг следующего столбика провязываем рельефный лицевой с одним накидом. Затем накид вокруг следующего, также рельефный лицевой с одним накидом. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И у нас следом идет также 2 столбика, и мы по одному провязываем рельефные лицевые. 1. И вокруг следующего 2. Затем у нас 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И у нас уже раппорт повторяется. То есть у нас там идет 3 столбика, и мы вокруг крайних провязываем по попкорну, а вокруг среднего просто 1 столбик рельефный лицевой. И по одной воздушной также здесь остается. Вяжем таким образом ряд до конца. 32 ряд. Соединительная петля в следующую арку 1 воздушной. Соединительная петля в следующий столбик. Он у нас тут был 1. 1 воздушная петля подъема, и вокруг этого столбика мы провязываем попкорн из 3 рельефных лицевых столбиков с одним накидом. 1, 2 и 3 столбик, и закрываем в попкорн. Затем выполняем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Арку мы пропускаем, и у нас идет 2 столбика, и мы здесь выполняем убавку. Накид. Вокруг следующего столбика провязываем рельефный лицевой столбик с одним накидом, но не до конца. Вот так у нас 2 петли на крючке. Накид. И вокруг следующего столбика также рельефный лицевой столбик с одним накидом, не до конца. У нас 3 петли, и мы их теперь вместе провязываем. Вот так. Теперь выполняем 3 воздушные. 1, 2, 3. И сразу же в следующую арку мы провязываем столбик с одним накидом. 3 воздушные. 1, 2, 3. И еще один столбик с одним накидом сюда же, в эту же арку. 3 воздушные. 1, 2, 3. И выполняем убавку. У нас идет 2 столбика, и мы их провязываем вот так, с общей вершиной. Вокруг следующего столбика незавершенный рельефный лицевой с одним накидом, 2 петли на крючке, накид. Вокруг следующего рельефный лицевой незавершенный у нас 3 петли на крючке, и мы их вместе провязываем. Теперь выполняем 3 воздушные. 1, 2, 3. И у нас уже раппорт повторяется. Вот здесь мы попкорны пропускаем, и вокруг столбика провязываем попкорн из 3 рельефных столбиков. А здесь у нас везде по 3 воздушные петли. Тут убавки, а здесь в арку у нас идет вот так 2 столбика с накидом и по 3 воздушные. Вяжем таким образом ряд до конца. 33 ряд. 1 воздушная петля подъема, рельефный лицевой столбик без накида вокруг попкорна. Вот так назад крючок, обхватываем попкорн и провязываем столбик без накида. Он у нас таким обхватом получается рельефный лицевой. 2 воздушные петли. 1, 2. И вокруг вершины следующей убавки провязываем рельефный лицевой столбик с одним накидом. Опять 2 воздушные петли. Вокруг следующего столбика провязываем попкорн из 3 рельефных лицевых столбиков с одним накидом. 1 столбик, 2 и 3. И закрываем в попкорн. Затем сразу же в следующую арку провязываем 4 столбика с одним накидом. Накид и провязываем. 1, 2, 3 и 4. Затем вокруг следующего столбика также провязываем попкорн из 3 рельефных лицевых столбиков с одним накидом. Провязываем
провязали 3 столбика и закрываем в попкорн. Затем 2 воздушные, 1, 2. И вокруг вершины следующей убавки мы провязываем рельефный лицевой столбик с одним накидом. 2 воздушные петли. И вокруг следующего попкорна провязываем столбик без накида, рельефный лицевой. Вот так. Затем опять 2 воздушные. И у нас раппорт уже повторяется. Рельефный лицевой столбик с одним накидом вокруг следующей убавки. Затем у нас 2 петли попкорн, 4 столбика с накидом попкорн, опять 2 петли столбик, 2 петли. То есть вот такой у нас получается раппорт в этом ряду. Вяжем так до конца. 34 ряд. Этот ряд у нас будет последний. Сразу же без всяких соединительных петель мы в следующую арку провязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Столбик пропускаем и в следующую арку также 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Попкорны мы будем пропускать, и здесь перед нами 4 столбика, и мы в первый провязываем полустолбик с накидом. Накид, и мы в первый из этих 4 столбиков вставляем крючок, вытягиваем петлю, вот у нас 3 петли на крючке, и мы их сразу все вместе провязываем. Это полустолбик с накидом. Затем во второй столбик, в следующий, мы провязываем 2 столбика с накидом. Накид, провязываем. 1 столбик с накидом и 2 столбики с накидом, обычные, не рельефные. Затем выполняем пико из 2 воздушных петель. 2 воздушные. И выполняем соединительную петлю в вершину и 1 петлю последнего провязанного столбика. Вот так, за 2 петли здесь вставили крючок и провязываем соединительную. Все, теперь вяжем в зеркальном отображении. В следующий столбик провязываем 2 столбика с накидом. Накид. 1 столбик и 2 сюда же. Столбик с накидом. А в 4 столбик мы провязываем полустолбик с накидом. Делаем накид, вставляем крючок в столбик, вытягиваем петлю. У нас 3 петли, и мы их все сразу вместе провязываем. Все, попкорн пропускаем и в каждую из следующих 2 арок провязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. В следующую арку, то есть столбик пропустили, в следующую арку опять 1, 2, 3. Все, то есть вот такой у нас будет раппорт. То есть вот этот столбик рельефный без накида, который был вокруг попкорна, мы пропускаем и уже в следующую арку опять 1, 2, 3 столбика без накида и в следующую также опять 1, 2, 3. Все, здесь у нас идет 4 столбика с накидом, попкорн мы пропускаем. Мы в крайний, в первый и в четвертый провязываем полустолбик с накидом. А вот в эти посередине, которые второй и третий столбик, мы провязываем по 2 столбика с одним накидом. А между них у нас пико из 2 воздушных петель. Все, а во все остальные арки, здесь у нас 1, 2, 3, 4 арки, мы в каждую провязываем по 3 столбика без накида. Все, вяжем таким образом ряд до конца. Итак, провязали ряд до конца, выполнили последние 3 столбика без накида. И здесь с самым первым столбиком я просто соединяюсь соединительной петлей, делаю еще 1 соединительную, на всякий случай, грубо говоря, такую контрольную, еще в следующий столбик, и теперь можно эту нить обрезать. Я оставляю вот так сантиметра 3-4 и обрезаю. Теперь крючком вот так мы эту нить тянем и вытягиваем. И теперь этот хвостик можно сзади за столбиками, за петлями спрятать и обрезать кусочек. Здесь по завершении работы вот эти края вот так немножечко волнятся, фолдят. Но ничего страшного, мы сейчас будем блокировать нашу салфетку. У нас все здесь растянется и будет идеально ровно.
Отмечайте меня в Instagram хэштегом #вижусдуду. Для меня ваша обратная связь очень важна, потому что я вам стараюсь давать максимально интересные и понятные мастер-классы. И вот как раз ваша обратная связь и помогает мне быть полезнее и понятнее. Я буду очень вам признателен за ваши лайки, за ваши комментарии. Я стараюсь в своих видео помогать вам создавать красивые работы. Ну а вы помогите мне лайком, комментарием, подпиской, если вдруг вы еще не подписаны. Здесь очень интересно, и я уверен, что на моем канале вы найдете для себя еще очень много классных мастер-классов. Также загляните ко мне в Instagram, там тоже красиво и интересно. Ну а с вами был я, Эд. До скорого!